Добрый день, с вами Дина Краснова, и в этом видео я вам расскажу про отчет материалы, выданные сотрудникам. Данный отчет можно сформировать на заданную дату, где будут показаны данные о сроках выдачи, использования и предполагаемого списания по малоценным активам, таким как спецодежды, спецоснастки, инструменты, инвентари и хозпринадлежности. Данные в отчет попадают на основании таких документов, как расход материалов и передача материалов в эксплуатацию. И отчет формируется по таким забалансным счетам, как С02, МС03 и МС04. Чтобы сформировать отчет, переходим в раздел «Склад», выбираем «Отчеты» и выбираем отчет материалы, выданные сотрудникам. Здесь можно указать дату, на которую будет формироваться отчет. И если мы нажмем «Сформировать», здесь мы увидим наши ценности в разрезе сотрудников, которым они были выданы. Но здесь у меня нет сроков использования у данных ценностей, поэтому здесь сроки использования не прописаны. Если бы была, допустим, спецодежда, то были бы сроки указаны, дата списания и сколько дней. А здесь в моем случае идет только количество и только сумма. Это те объекты, которые у меня были списаны на забалансовый счет. Также здесь можно по кнопке «Показать настройки» выбрать группировку. Допустим, убрать документ выдачи и переформировать отчет. Останется только по сотруднику и по номенклатуре. Также можно выбрать группировку, и на закладке «Отбор» можно делать различные отборы. Например, по сотруднику, сотрудник равно какое-то значение, например, масло. И тогда будут данные только по маслу. Ну, аналогично можно, допустим, «не равно» показать. Тогда будут показываться все, кроме масла. Ну и можно также здесь делать другие отборы по разным показателям. А вот такой вот отчет, материалы, выданные сотрудникам, можно сформировать по различным малоценным активам. А если вы хотите узнать больше информации по учету на производственных предприятиях, то записывайтесь на мой мастер-класс производства. Ссылку на него вы найдете под этим видео. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.